магазин. Откуда? Из дома. С продуктами взять? Да. Знаете, что при спорке введен режим самоизоляции? Да, знаю. Почему передвигаться без масок? В сумке осталось. Сейчас оденем. Извините. Теперь это стало реальностью. Маска на лице, в сумке паспорт, рабочее удостоверение и прочие документы. Жители Мордовии начинают медленно привыкать к суровым будням режима самоизоляции. Для выхода на улицу теперь надо иметь вескую причину, а при перемещении из одной точки в другую есть все шансы оказаться остановленным и проверенным. На федеральных автомобильных дорогах продолжают функционировать 6 пунктов пропуска. На них дежурят представители МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора и районных администраций. Больше всего протоколов составлено по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В судах Мордовии уже рассмотрено около 100 дел об административных правонарушениях по этой статье. Заседание проходит по похожему сценарию. Люди не отрицают факт нарушения правил поведения, признают свою вину и раскаиваются. Санкции части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30000 рублей. На должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. На юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Это что касается людей, которые, выражаясь языком протоколов, без причины покинули место своего проживания и были пойманы в другом месте. Тем же, кому предписано не покидать своих квартир, стоит прислушаться к советам правоохранителей и последовать им. Стоит на месте. Александр Александрович, открыть, пожалуйста, паспорт. Ага. Карантин соблюдайте. Народ, куда-нибудь выходите. Ага. Смотрите, в случае того, что вы не будете нарушать самоизоляцию, вы будете привлечены к административной ответственности. У вас будет составлен административный протокол, направлен для рассмотрения. Соблюдение указов президента России и главы Мордовии проверяется ежедневно. Игнорирование требований привело к тому, что за последние полторы недели приостановлена работа свыше 200 торгово-производственных объектов. Евгений Волков, «Наши новости».